Никита Фирсов продолжает успешно выступать на соревнованиях по лыжным гонкам. В Одинцово воспитанник спортшколы «Зубренок» в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль на дистанции 3 километра коньковым ходом. Серпухович уступил всего 1 секунду второму и 3 секунды первому месту. В феврале пройдут еще 2 представительных старта. В День защитника Отечества 23 февраля в Химках состоятся соревнования на призы олимпийской чемпионки в биатлоне и лыжах Анфисы Резцовой. А уже 25 числа будет проходить Кубок Московской области среди юношей и девушек на призы чемпиона Олимпийских игр Александра Завьялова. Серпуховские спортсмены готовятся к этим соревнованиям.